Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ну, по традиции, да, когда побеждаем, говорим благодарность нашим зрителям, их с победы, наших фанатов. А что по игре сказать? Да, ну, понятно, что соперник выбрал тактику вторым номером, но быстрой контратаки. Мы сами организовали им очень хорошую атаку. Браво Дука, спас, конкретно спас команду. Ну, а по большому счету, много контроля мяча, много движения. Но не все хорошо складывалось в первом тайме. И моменты, скажем так, полумоменты, которые где-то была возможность на реализации. Второй тайм уже, да, соперник в меньшинстве. Больше, может быть, пространства. Но, опять же, мы говорим, удаление. Как бы соперник очень компактно стал обороняться. Где-то у нас были возможности именно проникающие передачи, да. Но в основном голы все забили из-за штрафной. Ну, это тоже элемент футбола, когда это необходимо. А так всех с победой, дальше идем. В три защитника, в четыре плотность обороны всегда против Жальгириса очень большая. Вскрывать ее приходится, ну, тяжело. Еще раз говорим, то, что первый тайм сегодня показал нам, что нам нужно делать, больше нам нужно делать. Как? Вот во втором тайме мы видели эти проникающие передачи, мы видели передачи вперед на обострение. Хотя мы говорим, что голы забиты были из-за штрафной, но мы делали правильные действия. Поэтому, ну, скорее всего, нужно больше этому уделять внимание. Нужно больше. А так я скажу, да, допускали очень много ошибок. Но это следствие, наверное, того перерыва, да, отсутствие спарринга, подготовка. Но идем дальше. Бывает такое, бывает у игроков, что-то не получилось, не сразу вошел в игру, да, сделал одну ошибку, вторую. Соответственно, это сразу, ну, как бы давлеет на игрока. Не надо доводить его до того, чтобы он, ну, потерял уверенность в себе. Поэтому замена, выход другого игрока. Мы видим, что здесь конкуренция есть, и у них очень здоровая, хорошая конкуренция. Два квалифицированных игрока. Ну, я думаю, что мы это обговорим, обсудим и будем работать дальше. Но я как раз хотел спросить, какой вам гол больше понравился? Да, они все три, все хорошие голы, все на точность, да, пробиты. Ну, и Айвуси, и Марио, и Янсенес. Это его работа. Это вот это именно его работа. Прием, удар, створ, ворот, организация, завершение. Это цель нападающего. Да? Ну, поэтому забил, молодец, было много возможностей, я имею в виду, до этого матча. Где-то что-то, может быть, не получалось. Понятно, что молодой парень хочет все и сразу, так не бывает. Постепенно придет к тому, что ему нужно делать. И я думаю, что он будет прогрессировать. А я думаю, что у нас есть скамейка хорошая, есть конкуренция в команде, поэтому не пирмас картес, да, как говорится. Да, не первый раз мы играем 2 на 3, 3 на 4, поэтому, ну, нормально готовимся к следующему матчу, будет потом следующий матч, поэтому мы готовы к этому.